определиться с университетом, найти профессию для души и прожить по-настоящему яркую студенческую жизнь. Отыскать ответы на все интересующие вопросы абитуриентов сегодня поможет сам университет в интерактивном формате квеста «ВГУ. Старт». Профориентация – это возможность нашим абитуриентам показать университет. Образовательный квест – это та форма, благодаря которой они могут не только хорошо провести время, но и в то же время увидеть специфику каждого факультета, увидеть особенность каждой специальности. А для нас это возможность привлечь нашего абитуриента и влюбить в наш университет. Университет довольно очень хороший, тут очень общительные, дружелюбные люди. У меня здесь училась старшая сестра год-два назад. Она мне рассказывала, что, ну, в общем, очень хороший преподаватель, хорошее образование, ей очень понравилось, сейчас работает по своей специальности. Все такое более модернизировано, очень по-молодежному все. Очень понравилось, на самом деле. Ждем еще приключений, еще не все прошли. Я думаю, будет дальше интереснее. Очень много специальностей и очень много интересного. Тут очень хорошо рассказывают про разные специальности. Приехала сегодня сюда, чтобы, ну, узнать для себя что-нибудь, посмотреть, как тут, что проходит, и поближе познакомиться с специальностью. Университет отличный. Тут довольно крутые кабинеты, продвинутые. Все видно, делали мастера своего дела. Квест помог мне ощутить весь вес этого университета. Я прошелся по основным кабинетам, я увидел много чего нового, продвинул свои знания, поэтому квест тоже потрясающий, только положительные эмоции. Я в университете в первый раз, обучаюсь на профиле физмат. В университете мне понравилось, хорошее представление. Я рассмотрю его для будущего обучения. Я здесь уже второй раз. Честно, я даже не ожидала, что будет настолько интересно, потому что улыбка просто не слазит. Все ходим довольны, всегда смеемся. Приехал сюда, чтобы посмотреть на факультеты, окунуться в студенческую жизнь, ну и понять, каково это быть студентом. И поэтому больше всего мне понравились это творческие задания. Было все очень интересно, понравилось то, что университет очень красивый, все люди добрые, улыбаются, радостные. И поэтому не пожалел то, что сюда приехал.